представляю вашему вниманию набор мыши и клавиатуры от компании G-Cube модели GKSA28033SS. Измените свой настольный компьютер с помощью набора из коллекции Aloha. Добавьте стиль и получите высокую продуктивность с расширенным набором функций мультимедиа набора клавиатура-мышь. Мультимедиа функции клавиатуры упрощают навигацию, а приятная на ощупь оптическая мышь обеспечивает долгие часы комфортной работы. В комплект входит фирменный коврик для мыши от G-Cube. Оптическая мышь имеет уникальную форму, симметричный дизайн, который подходит для работы как правой, так и левой рукой, и при этом пользователь не будет чувствовать себя дискомфортно. Бесшумное колесо прокрутки имеет режим программирования. Оптический сенсор имеет разрешение 1000 dpi и работает практически на любых поверхностях. Интерфейс подключения USB. Мультимедиа-клавиатура оборудована 6 удобными горячими клавишами, что повышает комфорт при управлении мультимедиа-приложениями. Встроенный USB-порт, который находится с правой боковой части клавиатуры, позволяет оперативно подключить любые внешние устройства. А разъемы для мини-джек 3,5 мм для подключения наушников и микрофона находятся с левой части клавиатуры. Интерфейс подключения клавиатуры – USB. Клавиатура с раскладкой A-Shape спроектирована так, чтобы обеспечить естественное положение рук при работе и предотвратить возникновение напряжения в запястье, шее и плечах. Клавиатура совместима со всеми операционными системами. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.